Я в теплое время года, в комфортное, летом, весной, гуляла. Ну, можно, да чё там можно, как и есть скажу, ночь в ночь, месяцев 7. На большее меня не хватило. На большее меня не хватило. Я устала. А теперь я как бы наступила осень, дожди, непогода. Я как бы прижопилась. Почему так? Да потому что там некомфортно. Некомфортно гулять постоянно, некомфортно. Теперь я ездю там туда, куда мне надо. Вот надо, я поеду. Вот надо, вот хочу, вот туда поеду. Тогда поеду. И только снимаю я, почему в комнате дома, да? А какой мне понт снимать на улице в непогоде? Или стоять с телефоном, сидеть, да? И ловить капельки дождя? Хотя бы снег пошел, вы подождите. Сейчас снег пойдет, прекратятся дожди. Все будет клево. Мне будет клево. Клевей.